взяла. Картошку твою любимую мы взяли. Так, молочко, Данюш. Ну, процентов на 20 продукты подорожали. Поэтому теперь приходится закупаться в магазинах каких-то других подешевле. Если раньше, допустим, мы часто закупались во Вкусвилле, теперь ходим в Магнит чаще. А вообще как-то... Да. Ну, мы стараемся вот как-то траты немножко поуменьшить, потому что дополнительных сейчас источников дохода нет. Ну, вот поэтому меньше подарков покупаем. В магазины ходим попроще, как-то так. На Новый год. В прошлом году мы еще делали, я покупал колбаску сырого копчения, и полукопченую, и рыбку, и курку. Все-таки еще я, можно сказать, мог посилить. В этом году только на салат. Там это картошка, ну что там входит в салат, горошек. Так что особо не только салатом буду встречать. Ну и если, конечно, возможность будет, шампанское. А будет грустно?